Микроволновые печи – один из самых удобных кухонных приборов. Готовить в них довольно быстро и удобно. Просто положил продукты в печь, нажал нужную кнопку и через какое-то время получил готовое теплое блюдо. В обычной духовке еда готовится медленно с внешней стороны. В микроволновой печи используются крошечные мощные радиоволны, которые смешивают молекулы в пище. Это подобно тому, как солнце греет лицо излучением. Вот здесь начинаются проблемы. Радиация. Микроволновые печи не удерживают все излучение, которое вырабатывают. Это является одной из причин, чтобы не стоять слишком близко к ней. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов были установлены строгие правила для количества радиации, которую может излучать печь. Но со временем дверные уплотнители изнашиваются, и утечка превышает эти пределы. Дозы радиации при многократном воздействии повреждают мозг, нервную и лимфатическую системы. Снижение уровня питательных веществ. Даже страшно подумать о том, как микроволновое излучение воздействует на людей и предметы вокруг прибора. Но еще больше вы ужаснетесь, когда узнаете, что происходит с продуктами внутри микроволновой печи. Результаты исследований показали, что брокколи, приготовленные в микроволновой печи, потеряли до 97% своих полезных антиоксидантов. Для сравнения, при приготовлении на пару этот полезнейший овощ теряет всего 11%. В ходе другого исследования обнаружилось, что чеснок в микроволновой печи всего за 60 секунд теряет свои первичные противораковые свойства. Снижение перевариваемости пищи. В результате обычного приготовления еды не происходит никаких изменений в ее усвояемости. А вот усвояемость продуктов, приготовленных в микроволновой печи, сокращается на 25%. Снижение качества сна. Знаете ли вы, что микроволны присутствуют также в мобильных телефонах? В связи с популярностью микроволновых печей и смартфонов неудивительно, что невероятное количество радиоволн попадает в нашу ионосферу каждый день. Исследования показали, что воздействие такого уровня излучения может привести к усталости, головной боли и бессоннице. Помеха мозговой активности. Было установлено, что причиной высокого уровня помех в альфа, бета и дельта волновых структурах головного мозга являются микроволны. Отрицательные результаты включают в себя потерю памяти, снижение эмоциональных порогов и снижение способности концентрации внимания. Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем приготовить в микроволновке очередное ароматное блюдо. Стоит ли оно здоровья? Поделись этой важной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.